Кокосы на пальмах растут. И если вам не повезет, то может упасть и на вас. Вот это каникулы. Но до этого мы еще не доросли. Да ладно, я не думаю, что он уж очень так дорого стоит. Оно что, из Норвегии? Почему Норвегия? Летать возле окна. Всегда хороший вид. Что это? Так, а мы куда? Сразу до Penn Station поедем или нет? И там сядем. Поедим и в поезд. Такси тогда, говорю, надо. Ванька, мы правильно идем? Вот она. Вот там сюда. А, мы с другой стороны подходили в прошлый раз, я понял. Я просто вот оттуда. Да. Так, $200 за ночь. Тут должен быть классный вид, я думаю. Да, классный вид на соседний офис.